Юные спортивные и перспективные пловцы и пловчихи в эти дни сражаются не только за медали и новые титулы, но и за путевки в большой спорт. Первенство Беларуси по плаванию является отборочным туром на Олимпийский фестиваль молодежи Европы, чемпионат Европы и чемпионат мира среди юниоров. На юношеский чемпионат Европы отбираются ребята, которые могут попасть, ну, как минимум, в полуфинал. Это, так сказать, критерии отбора в команду, чтобы наш флаг был повыше на соревнованиях. Юниорский чемпионат страны 2017-го – мощнейший стимул, а потому эмоции у спортсменов первенства самые противоречивые. От радости состязания, ожидания успеха до страха поражения, волнения и беспокойства. Однако мастера голубых дорожек едины в одном. У них общий спортивный дух, воля к победе и желание доказать, что в спорте они точно не зря. Я в прессе уже раз пятый или, может, даже шестой. Я участвовала здесь в первенствах, чемпионатах и кубках Республики Беларусь. Я вдохновляюсь многими спортсменами и выполнила мастера спорта в прошлом году. Я хочу победить на дистанции 200 баттерфляй, ну и поучаствовать в остальных. Я начала плавать с лет 7-8. Сначала я была в подготовительной группе, а потом меня взяли уже как спортсменку заниматься. Я училась сначала в Борисове, а потом меня взяли в Солигорск в училище. Ну и так я начала достигать лучших целей своих. Первенство объединило 238 участников из всех уголков Беларуси. Это сильнейшие спортсмены, представители сборных юниорских областных команд. За четырехдневную программу соревнований мастерам голубых дорожек предстоит осилить 32 заплыва на разные дистанции в четырех стилях: брас, баттерфляй, кроль на спине, а также программу эстафетного плавания.